Уличные укрытия начали строить в Одессе. Сооружения призваны сохранить жизни прохожих в случае обстрела. Первый проект авторы уже готовы установить в городском парке. Следующие планируют сделать для Николаева, который россияне почти ежедневно обстреливают ракетами. Будут лавочки размещаться по бокам, с этой стороны. 18 сидя могут расположиться, ну еще стоя. Волонтер проекта Safe Place показывает первое мобильное укрытие, которое создали в Одессе по израильским образцам. Парни говорят, над проблемой наличия уличных убежищ задумались еще в начале войны. Со временем поняли, необходимо как можно скорее организовать производство. Это было после Винницы, после Кременчуга, когда мы все видели кадры о том, что гражданское население погибает именно от разлета осколков, от ударной волны, так как им просто некуда скрыться. Никита не один год проживал в Израиле. Говорит, такие укрытия для страны, постоянно страдающей от обстрелов, норма. Особенно для городов на границе с сектором Газы. Подобные на эти, но чуть меньше тоже шелтеры. Шелтеры – это укрытия. Их там было довольно-таки много. Практически вот каждый квартал они там устанавливались. Особенно много их было возле парков. Именно израильские укрытия одесситы взяли за образец. Хотя стены сделали еще крепче. Стены у нас 25 сантиметров, двойное армирование, сетка 15 сантиметров, верхняя плита у нас 40 сантиметров бетона. Также двойная сетка с усилением по кругу. Верхняя плита надевается на стены и будет обвариваться. Вход в укрытие, оборудованный пандусом, будут закрывать две стальные двери. От прямого попадания мало что ракеты спасает. Но вот, например, кассетные снаряды, которые сегодня заваливаются полностью Николаев, люди полностью будут обезопасены в таком месте от кассетных снарядов. Потому что кассетный снаряд, он как раз и работает на разлет. Туалет или другие удобства здесь не предусмотрены. Только вентиляция и беспроводной интернет. Ведь мобильная связь через такие толстые стены не пробьется. Укрытие не рассчитано на долгое пребывание. Только переждать тревогу и для этого Wi-Fi, чтобы как бы знать, закончилась тревога, не закончилась. В отличие от Харькова, где уличные убежища строятся на месте и не мобильные, одесситы сделали ставку на возможность перемещать укрытие. Эту конструкцию соберут на строительной площадке, после чего перевезут на место размещения. Первый образец оказался слишком тяжелым, поэтому разрабатывают вариант укрытия на 14 человек. Такое будет легче и дешевле. Этот кран будет его разгружать. Будут стоять машины, припаркованные, асфальт, плитка. Если сделаем его очень тяжелым, то инфраструктуру, на которую будем ставить, мы можем повредить. Изготовление первого укрытия, которое авторы проекта рассчитывают установить в одном из одесских парков, оплатил предприниматель. На следующее волонтеры уже начали собирать деньги на платформе проекта Safe Place. Мобильные защитные сооружения планируют размещать в первую очередь на улицах Николаева, который сейчас прикрывает собой Одессу.